На 76-м году ушел из жизни народный депутат Илтумен Республики первых трех созывов Николай Соломов. Разные поколения знают Николая Соломова как талантливого партийного деятеля советской эпохи, переломных лет строительства новой государственности республики, как человека, внесшего весомый вклад в становление и развитие парламентаризма в регионе. Гражданская панихида состоится в Театре оперы и балета завтра, 17 августа, в 11:00.